25 декабря на городской площади по традиции собрались жирновчане с ребятней встретить Деда Мороза со Снегурочкой. Всех собравшихся на крыльце районного дома культуры сначала приветствовали веселым танцем задорные гномики. Большим сюрпризом не только для детворы, но и для взрослых стало прибытие долгожданных гостей. Зазвенели бубенцы, и все, кто был на площади, дружно поверили в чудо. Люди добрые! Здравствуйте, жирновчане и гости города! Мы приехали к вам из славного града Устюга Великого. Да не просто так, а чтобы поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пусть этот год станет для вас самым счастливым годом в вашей жизни! Да, давненько мы с вами не виделись, соскучились, небось, по Дедушке Морозу. И я по вам скучал. Все время торопил до наступления Нового года, и, видимо, не зря. Новый год на дворе, елка в шариках да мишуре, и я перед вами стою. Дед Мороз, которого вы видели, настоящий, который на телеге приехал, как вы думаете, настоящий или нет? Да. А почему вы решили, что он настоящий? Не знаю. Потому что он приехал на телеге. Да. Понравились вам Дед Мороз и Снегурочка? Да. А письма писали, подарки заказывали? Да. А какие подарки заказали? Я Аминтрикс часы и гроши большого. Потому что он, как у Деда Мороза, костюм, и еще у него борода есть. Понравились Дед Мороз со Снегурочкой вам? Да. Очень даже. Да. А подарки заказывали? Да. А какие подарки заказали, расскажите. Я выбилис. Я заказала сенсорный телефон. Еще одним сюрпризом стал конкурс Дедов Морозов и Снегурочек. Веселым парадом прибыли его участники и предстали перед зрителями и жюри, в состав которого вошли представители районной администрации, культуры и образования. Каждая пара вместе с группой поддержки подготовила выступление с играми, песнями и поздравлениями. Победителями конкурса стали Дед Мороз Александр Михайлович Шевченко и Снегурочка Любовь Васильевна Степаненко. А приз зрительских симпатий получили Сергей Пимичев и Мария Амирханова. За материальную поддержку в организации конкурса районный дом культуры благодарит предпринимателей Янютина и Зубенко, Россельхозбанк, ТОС-строитель и администрацию Жиновского городского поселения. Благодаря им и администрации районного дома культуры призы получили все участники конкурса. Ирина Благочинова, Алексей Доронин для программы «Новости».